Поставлю вам последнюю в этой игре задачу. Целые сутки мы рука об руку бились, играли в эту чертову игру, которая отнимает у нас здоровье и силы. И деньги, да. Но зато дает удовольствие. Были лишения, но надеюсь, что наша сторона сегодня будет самой довольной. Но вы все просто красавцы. Ну, сердечно считает будет там. 10-1. Я все еще скажу на главном построении. Но вот сегодня все работали, все играли, как просто боги. Объяви всем, заебись. Все было как, не знаю, в каком-то хорошем кино, какой-то клевый сценарий. Задачи выполнялись четко. Даже противник четко выполнял задачи. Когда умирал. Когда мы отводили с точки силы. Поэтому заранее вам всем спасибо, а сейчас, я считаю, надо поставить жирную точку в этой игре. Жирной точкой в этой игре может быть только штурм конфедерации базы Ричмонд. Так она же наша команда. Ничего страшного. Мы же бежим. Собрали, отдали, еще раз наберем. Дали побольше. Поэтому сейчас диспозиция следующая. Все, подошли к делу. Там золото. Чтоб никакого травматизма и прочей фигни. Ой, генерал, у нас впереди будет танк. Значит, танк будет ехать медленно. Печально. Да, печально. Печально. А мозга будет? Двигаемся за танком. Но ты его уже не услышал. Доходим до вот первого дерева. Мы остановим колонну пешую. Развернемся в цепь. Далее танк проедет, ну, как бы главный специалист по танкам, он уже в курсе, как сделать. Проедет, поставит дымовую завесу, а дальше, кто не будет бежать вперед и кричать, сука, ура, тот не конфедерат. А кричать именно вот эти два слова? Потому что, неважно, захватим мы в 10-й раз эту базу, захватим. Важно красиво завершить эту кампанию. Вот. На чем предлагаю закончить, зарядиться, посчитаться. Бубен, 15 минут до конца игры, надо уже не считаться, держаться, обижиться. Минута и выходим. За танк. Танк можно спускать.